Татарстанский нефтегазохимический форум – одно из крупнейших событий этой отрасли в России. В этом году он объединил под своим началом сразу 4 специализированных выставки, посвященных нефтегазохимическому комплексу, экотехнологиям, достижениям производства синтетической продукции, а также геологоразведке, геодезии и картографии. На последней выставке акцент особый. Среди участников не только компании реального сектора, но и крупные научные центры. Представил на выставке своей разработки Казанский федеральный. Все на самом деле делается для студентов. Сотрудничество с предприятиями дает возможность их трудоустраивать, распределять на практику с рабочими местами. Потом студенты вот уже в этом году начнут учиться в 3D-геоцентре. 3D-геоцентр – уникальный проект, который позволит готовить геологов и геофизиков на совершенно новом уровне. Одна из основных его функций – моделирование месторождений нефти и газа – поможет не только решать научные задачи, но станет незаменимой для малых нефтегазодобывающих предприятий. Впрочем, сотрудничество с производителями далеко не одностороннее. Так, в рамках форума ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подписал соглашение с представителями компаний Trimble и Эколаб. Георгий Георгиевич Масолов подписывает протокол о намерениях сотрудничества между Казанским федеральным университетом и компанией Trimble Export Limited. Подобные соглашения для Казанского федерального не новы. Университет уже тесно сотрудничает с ведущими нефтедобывающими предприятиями республики и России. Научные разработки ученых КФУ применяют в компаниях «Татнефть», «Геотек», «ТНГ-групп» и многих других. Новоиспеченные партнеры КФУ также лучшие из лучших в своей области. Компания Trimble занимается разработкой и продвижением геодезических приборов, а также систем навигации. Эколаб – мировой лидер, предоставляющий технологии и сервисы в области гигиены, водных ресурсов и источников энергии. И сотрудничество с этими компаниями откроет перед студентами Казанского федерального совершенно новые горизонты. Сегодня очень много дискуссий в обществе, да? Кого мы выпускаем, для кого мы выпускаем этих специалистов. И вот мы пошли по такому пути, что на площадке федерального университета создаются ресурсные центры ведущих компаний мира, которые работают в различных направлениях. Мы получили в их лице постановщиков задач, то есть мы должны делать не то, что умеем, а должны научиться делать то, что сегодня нужно обществу. Сотрудничество с компаниями Trimble и Эколаб – лишь вершина айсберга. В Казанском федеральном всерьез нацелено на то, чтобы готовить востребованных специалистов. И прочный фундамент для этого закладывается уже сейчас. Александр Александров, Ленардо Вильтьяров, Юниверньюз.